Всем привет! Это наша любимая игра Клондайк. Ну, как всегда, мы экспериментируем. Это не мой Клондайк, это маленький уровень. Меня попросили поднять его. Я согласилась. И дело в том, что тут у нас такая ерунда, что бесконечные лабиринты – это, походу, первый. Сейчас мы проверим. Да. А, бесконечных пройдено 5. Мы дошли до нашего товарища. Он нам машет рукой. Мы готовы помахать ему в ответ энергетики. Ну, энергетиков у нас не густо, но и то их вообще не было. Дело в том, что получить эти энергетики, я ходила, собирала бонусные ссылки. Я очень часто в игре рассказываю о том, что нужно собирать бонусные ссылки, иначе не будет энергетиков. Но слышат меня, походу, не все. Мне пришлось сначала пройтись по бонусным ссылкам, и то я даже еще прошла не все, а выборочно. Так. Что делаем, когда мало энергетиков? Мы не чистим все, а чистим так, чтобы просто пройти. Ведь я думала, того будет достаточно. Нет. Большие камни убираем в том случае, если у нас энергетиков хватает, и мы готовы копить себе чего-нибудь. Если энергетиков нет, мы стараемся брать как можно реже и как можно меньше. Но только для того, чтобы пройти. Как только мы откроем все, что можно, мы бросаем остров, мы ой-ой-ой, дальше ничего не чистим. Дело в том, что, видите, тут даже мало товарищей по игре, я сейчас немножко добавила, было, по-моему, вообще 65. Я запросы покидала, я надеюсь, на них ответят. Дело в том, что даже я насобирала плюшек, я не могу их превратить в энергетики, потому что нет нищего. Для этого нужно еще иметь, как говорится, чашечки вот эти наши, которые фруктовый пунш. А его как такового нет. Потому что не имея соседей в игре, нам просто некому дарить подарки. И это печально. Мы постараемся, мы поиграем на этом аккаунте несколько недель. Посмотрим, что мы за это время сможем реально сделать. Нет, ну, дело в том, что мы на этом аккаунте будем играть, но мой аккаунт мы бросать ни в коем случае не будем. Там тоже мне надо проходить лабиринты, у меня там пройдено еще не все. Завтра еще обновление, конечно, это тяжелый случай, как я это буду сочетать, но как-то буду. Конечно, очень хочется такое забрать, но это нереально. Так, идем сюда. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Будем пытаться обходить. Я специально сделала, чтобы здесь нам было видно не вверх, сколько энергии, а вниз, сколько энергетиков. Потому что, ну, в данном случае это намного интереснее. Я уже даже снимала видео про то, что есть такой сайтик, на который можно зайти и насобирать себе энергетиков. Хотя это не обязательно. Зайдите, пожалуйста, в игру. В игре есть, получается, наше сообщество. Полистайте сообщество вниз, и там все ссылки есть. Дело в том, что если вы там еще не брали, то ссылки рабочие. Ну, до определенного предела. Я так поняла, что я все равно буду убирать это, да? Таки да. Так, сколько у меня сейчас? 38. Значит, убираем комби. Убираем вот так. Привет. Привет. Это мне на ютубе выскакивает тогда сообщение. Я всегда вижу, когда мне кто-то что-то пишет. Так, 36. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Есть. 50. Высшая математика. Ха! А проход таки не тут. Проход, наверное, здесь. Ладно. Все равно хорошая вещь убрали. Почему нет? Жалко, конечно, плюс 50, ну. Бывает. Это не так страшно. Страшно другое, энергетики заканчиваются. Ну. И еще. А сколько у нас? А, у нас сейчас контрабандист, мы не поймем, сколько у нас чего. Кстати, после этого контрабандиста с одного острова всегда можно
этих синеньких собрать на один обмен верстака. Это мы и сделаем, чтобы больше нечего ловить, по большому счету. А верстак нам довольно-таки пригодится. Нужные полезные вещи. В игре всегда нужны. Ай-яй-яй. У нас все печальнее и печальнее с энергией. Так. Плохо, что, понимаете, тут на аккаунте всего был один изумруд. Ну, сейчас стало 6. Я немножко попроходила, появились. Но кроликов нет. Вот это самое печальное. Кролики. Это не только ценный мех, но еще и энергетики. А в данном случае они как таковые отсутствуют. Надо собирать срочно. Сейчас закончится энергия, вернусь на остров, буду смотреть, что там можно пройти по заданиям, чтобы заработать быстрее энергию и купить кроликов. Потому что без кроликов никак. Так, куда уйдем? Сюда идем. Нам не хватает уже. О, оно тут немножко насыпалось. 21. Поехали. Девятнадцать. Вижу цель, иду к цели. Почти дошла. Нам, видите, эту штучку надо. Доступ. Так, 21. Еще и камушек никак-нибудь. Сколько нам до камушка? 18. Есть яблочко вкусное. Ну, камушек тоже вкусный. Так. В принципе, давайте это я пооткрываю. Тут беречь нечего. Крупные энергетики я убирать не планирую, потому что тратить на эту энергию я не могу себе позволить. Это большая роскошь для этого уровня, непозволительная роскошь, скажем так, потому что здесь нету кроликов. Были бы кролики, можно было бы подумать на эту тему. А мне еще мало того, что кролики, здесь еще пекарню, вот эту мини пекарню нужно открыть, там рецепты не открыты, и очень плохо. Он, видите, зато у меня 114 энергии, 118, 111, 112, рекорд 116, ой, опять, 126. Ну, значит, я еще чуть-чуть почищу, пока буду чище, опять будет что-то выпадать. И есть надежда продвинуться немножко вглубь. Так, куда идем? Сюда идем, 30. И сюда нам тоже надо, в принципе. Двигаемся по двум направлениям, скажем так. Ха. Без этой травки никак. Ну, открывайся. Камушек. Нам вот это. Это мы не будем трогать. Вот еще 6. И мы двигаемся дальше. Уголечек. Я никогда не представляю, как человек дошел до такого большого уровня. Я прям им горжусь. Знаете почему? Потому что он-то все это время играл, и у него толком не было подарков. Потому что 60 соседей, как обычно, знаете, часть из них дарят, часть не играют вообще или не дарят. Ему было очень легко, я это понимаю. Так, это открываем, это открываем. И двигаемся дальше. Вот это тоже надо убирать. Стоять. Давайте сначала вот так сделаем. Потому что надо убрать эту штуку, чтобы открылась монеточка. Так, монетку берем. Что у нас осталось? Вот это, вот это. Хай, тут тоже монетка. Я ее нашла. Ура, ура. Это еще энергия дополнительная. Теперь давайте сюда. С этой стороны мы еще не гуляли.
Так, контрабандист, сколько мы тебе насобирали, сейчас посмотрим. А это что, я не нажала или оно мешает? А, мешает. Так, 16, а мне надо 21, 100%, да. Так, склад мне не интересен. Коллекция, что здесь на уровне вообще? Угу. Так, есть и нам вот эту. Сейчас посмотрим, сколько она собиралась открыть. Так, 22, 32. Нам сюда. Что там у нас? 100. Дядька, меняемся. Есть. Всем энергии. Ну, можно идти домой и потратить ее на посадку. Так, есть. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так. А, птички мои. Так. Скопать. И садить будем по заданиям. По заданиям у нас что? Помидоры. Это будет, правда, долго. Или нам все-таки еще посадить немножко пшенички? Пшенички вообще не было. Я что ее посадила-то? Так, ферма. Ладно. Я еще раз посажу пшеничку. А вот когда она вырастет, тогда посадим уже и помидоры. Наша грядочка позволяет выращивать растения выше 20 уровня. Парник. Оранжерея. Быстрее в 2 раза и увеличивает урожай в 2 раза. Просто посмотрим. Что я там ращу, в принципе? Еще помидоры. А что мне за это задание дают? Что хорошее? О! Энергия нашлась. Ну, не очень хорошая, но все же дают. Так. Ладно, энергии пока нету. Надо еще попытаться добавить немножко соседей. Добавь меня называется. Добавляем. Я надеюсь, что они добавятся. Хватит, надоело. Так, смотрим еще раз. Переодеться. Я где? В принципе. Ку-ку. Ага. Сейчас мы переоденемся. Так. Играть. Есть. Подарить друзьям подарки со своего склада. Сходить к друзьям в гости. В гости мы пойдем. А вот подарки со склада. Что будем дарить? То, чего много. Это камни. Так. Кому будем дарить?
А подарим Лене. Сам себе не подаришь. Никто не подарит. 5 камней. 5 же подарков. А, 10. Я извиняюсь. Хотела на себе сэкономить. Так. Лена. Неслыханная щедрость. 10 камней. Есть. Так, сходить 5 друзьям в гости. Ну что? Сходим. Вот мне только интересно, тут есть компаньон Вадим. Вот мы ему помощь ставим, а он нам помощь ставит, этого я не знаю. Так, что здесь предлагается покопать? Раз уже пришли. Вот это я понимаю, пекарни. Ого, мини-пекарни. Все как полагается, большой уровень. Так, раз. Это Татьяна, 140 уровень. О, даже эту, 2 энергии нашли. Все. Идем дальше. Посетить. Мы наткнулись на золотую жилу. Интересно, где? Ай, ладно, не буду себе морочить голову той жилой. Хотя, в принципе, знать бы где. Какая разница? Ну, засчитается, если 2 раза к одной зашла. Он засчитывается, это я знаю. Ну вот там вот копались, а потом собирались уходить. Может быть, вот тут? Сейчас мы эту жилу найдем. А может, и не найдем. А, так и нашли. О. Это, кстати, классная штука. Тоже есть у нас. Если он еще не находил золотые жилы, там определенное количество штук. За это можно получить подарочек. Подарочки бывают разнообразные, бывают хорошие, бывают не очень, но будем надеяться, что он хороший. Все. Жила закончена. Мы еще хотим золотую жилу. Давайте нам еще одну, и мы пойдем к следующему соседу. Не? Какие-то вы жадные. Честное слово. И тебе золотая жила. Ладно, мы обиделись, пойдем к Елене копаться. Тут не будет золотой жилы, как в прошлый раз. Все, хватит. Очень бы хотелось. А у нас собаки нету, да, которая помогает искать золотые жилы? Нет, не надо. Вон, видите, какой гарный. Дядьку копнем, пойдем дальше. Жилы не обнаружены. О! Все, засчиталось. Ладно, копнем еще здесь 5 раз. В надежде поймать золотую жилу. И восвоясь. О! Чудненько. А что я эту штуку не поставила? Она вроде маленькая. Симпатичная такая. Надо, знаете что? Надо сейчас, зайдя к себе, почти к себе. Ну, пока я что-то играю 2 недели. Это ж мое, правильно? И оценить ситуацию в плане достижения. Посмотреть, что уже сделано и что надо сделать. Так, по числу достижений. Уровнем, так. 100 уровень, да, сейчас. Завтра приходите. Шучу. Рож. 1000 штук. Хлопок 1000 штук. Урожай вишни. Груша. Собрать яйца. Подоить коров. Угу. Строить дом рыбака. Строить. А у нас нет молокозавода, да? Будем строить, почему нет? Только надо выбрать где. Давайте здесь. Гулять так гулять. Так, в фабрике.
Так, ищем. Так, собачка, до свидания. Молокозавод. А, 5 лямов, а у нас 4. Сейчас быстренько что-то поменяем. Стоять. Кто сказал, что у нас нет денег? У нас все есть. Молокозавод. Ставим. Раз. Печь. А чего тут нет печи? Печалька. А что, у нас печи не выпадают разве из этого, когда мы проходим? Колесо железное. Сколько штук? Сейчас сделаем. А где, где, где? Вот. Железное колесо. Ух ты! Не тебе жести. Что у нас тут? Трубы, кружка, потом жесть. Ну, жесть у нас по плану. А этот завод у нас один? Надо вообще разобраться, действительно, в заводах. Чего это я даже... Так, смотрите. Пилорама. Есть. Мастерские. Есть. Металлургия. Есть. Молокозавод маленький. Так. А я тут хотела чего-то сделать. Кто знает чего, тому ничего не будет. Вот. Мне нужны чайники, но для этого мне еще, помимо этого, я еще хотела вот это вот бисквитное тесто открыть. Мне так плохо грузится, мне прям не прикалывают, честно. Ладно. А что здесь происходит на соседнем острове? Так, я сейчас поменяю немножко коллекции. Если они есть. С ними совсем печально. Нет, мы не будем их менять. Цель печи. О, я что-то сделала случайно. Получить в подарок воду и собрать урожай от льна. Сейчас. Где наш лен? Мгновенно. Мгновенно. Сейчас мы соберем лен. Тихо. Сейчас завершить. Раз, два, три. Два. Эти коровки мне здесь неинтересно. Сколько льна надо? Ой. Я такого здания даже не помню. Ладно. Льна-то сколько на самом деле? Найдем. Подоить коров. Собрать молока. Да не сбивайте меня с мысли. Ну вы чего? Найти. Это где? А, все, мы туда не хотим. Я поняла, что это за задание. Не надо было доставать карту. В общем, я решила пройтись по островам, посмотреть, что, где, как. А видео на сегодня, я думаю, что на этом игровом уровне можно заканчивать. Мы с вами немножечко поиграли и на островах побывали в лабиринте в одном. Ну вот, я, видите, сейчас исследую песню ветра. И на этом всем пока. Завтра будет продолжение.